Я вернулась. Ребят, всем привет. Кто там новенький, старенький, кто меня смотрит. Уникальные мои зрители. Всем добрый день. Я на кухне, и у меня готовка. Сейчас будем чистить картошку и варить свекольник. Ну, типа, короче, как бы борщ, но он идет со свеклой. Ой. Тут у меня еще стирка стирается. Я поспала так хорошо только что. Прям очень хорошо. Пришла с вождения, пообедала. И как завалилась. Легла книгу читать. Читала и, короче, все. Отъехала я. Просыпаюсь, не могу ничего понять, где я, что я. Я, кстати, облюбовала диван у нас в зале. Мне на нем так замечательно спится. Ну, просто чудесно. Так, сейчас я разберу посудку. Мытую по местам, которая уже высохла. И которую просто нужно поставить в шкаф. Так. Стекет. Вот это тоже пускай стекет. Ложки, вилки сейчас разберу. Сегодня погода непонятная. Если честно, вроде такое солнце пекет, но на улочке как бы прохладно. Ветер холодный. Не знаю, на следующую неделю обещают прям жару жаренскую. А еще завтра у Коли выходной, и мы поедем в Володаровку. Поторгуем. Я уже так жду, когда я куплю машину и начну сама уже ездить. Я бы каждый день на районы ездила. Понедельник в одну сторону, во вторник в другую, в среду в третью. Облюбовала бы для себя, наработала какой-нибудь маршрут. И работала бы не спеша, в удовольствие, зарабатывая хорошие деньги. Но нужно сдать еще права вождения. Говорят, это очень сложно. А что еще говорят? В Москве кур доят, да? Так, ну что, приступим к чистке картошки. У меня все уже нашинковано, готово. Сейчас это все только в этот... картошку еще почищу. И в водичку. И все. Я дома одна. Витюша уехал в гости. До тети своей. До своей родной тети. Коля приедет домой часов 10-11. Так что у меня еще уйма свободного времени, чтобы заняться домом. Вчера я все прогенералила. Перемыла везде полы. Вчера встретила товар. Я его разложила. Вообще можно заняться чем? Можно пересчитать, что у меня там осталось на складе и начать уже вести нормально бухгалтерию. Не тяп-ляп, а вот именно нормально вести бухгалтерию. Вот. Но я считаю это ненужным по той простой причине, что никто же, у меня же все на виду. Никто оттуда ничего не таскает, никто не берет, и беру только я. Витюша то, что берет, да там, господи, он одну сладость в день берет, это учет я этому веду. Картошки много чистить я не буду. Вот. Вот еще одну очищу. Мне папа пообещал мешок картошки. Я с ним созванивалась. А, он, кстати, мне звонил. Это было во вторник, что ли. Так, машинка первый отжим делает. Так, это сильно большая. Меньше возьму. Так что в этом году картошкой мы должны быть обеспечены. У всех хороший урожай. Возьму мешок у мамы, мешок у папы, мешок у Гали. Три мешка нам, ой, как хватит. Будем как никогда питаться одной картошкой. Так, да, все, картошки хватит.
Сейчас я ее помою. Картошка готова. Говорят, как там сырой картошкой лечит желудок. Заливаем водой. Я уже поставила на газ. Ладно, отключу, сейчас она тарахтеть будет.